Министерство здравоохранения сообщило, что за последние сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 14 израильтян, и общее число заболевших достигло 39 человек. 9 марта в связи с массовым распространением коронавируса в районе Бет-Лехема Министерство здравоохранения велело всем, кто последние 14 дней бывали в районе этого города, отправиться на карантин. Палестинская администрация и Министерство здравоохранения Палестины в Рамале сообщили, что число людей, у которых выявлен коронавирус в районе Бет-Лехема, увеличилось до 20. Кроме того, сейчас проверяются 137 анализов, взятых у людей с подозрением на коронавирус. На домашнем карантине находится более 2500 человек. Выезда из палестинской автономии ожидают 64 иностранца, среди них 14 американцев, 49 голландцев и испанец. Генеральный директор Министерства просвещения Израиля Шмуэль Абуав издал внутренний циркуляр, в котором предупреждает о возможных серьезных взрывах в системе образования в связи с распространением коронавируса. 700 учеников школы в Иерусалиме помещены в карантин после того, как провели выходные в Вифлееме. 9 марта Министерство здравоохранения опубликовало обновленный список государств, въезд из которых в Израиль запрещен в целях предотвращения распространения коронавируса. В списке теперь 20 стран – Китай, Гонконг, Макао, Таиланд, Сингапур, Южная Корея, Япония, Иран, Ливан, Ирак, Сирия, Египет, Италия, Франция, Германия, Швейцария, Испания, Андорра, Сан-Марино, Австрия –